Всем привет! Сегодня я немножко покажу вам танцы в парке Горького в городе Харьков. Есть несколько YouTube-каналов, которые их показывают. Там можно посмотреть более подробно разное время года. И, собственно говоря, благодаря этим каналам мы сюда приехали специально посмотреть. И самое интересное, что я здесь как раз познакомился с блогером, канал, который мы смотрели, это Наталья. Я ссылочку дам в описании. Но я не хочу тут сильно, может быть, рассказывать. Буду так немножко комментировать, чтобы вы посмотрели все в оригинале. И немножко буду разбавлять своей речью. Но танцы проходят с 3 до 6. Но я думаю, что если люди договорятся, могут и в другое время. Здесь уже, ну, по тем видео, что мы видели, сложился такой коллектив. Очень много постоянных участников. Ну и встречаются иногда такие залетные, вот как мы. Ну, может, некоторые из тех, кто, как я сказал, залетные, может, просто не часто сюда приходят. И самое главное, что у людей есть оптимизм. И лучше, конечно, все-таки встречаться здесь, общаться, чем где-то сидеть по домам. Я, конечно, немножко тороплюсь. Потому картинка мне бегает туда-сюда. Просто хочется показать всех и все. Но так, конечно, не бывает. Уже еще один из завсегдатаев. И сегодня Рождество. И все танцуют, кто как может, кто как умеет. И кто как хочет. И сейчас короткие дни, ну, а весной, летом, осенью здесь светлее, картинки более яркие. Да, я еще такое вот не сказал. Сейчас же все в зимних куртках, в теплой одежде. Ну, а в теплое время, конечно, и наряды разные, более интересные. Так что есть что посмотреть. Я также приглашаю их поучаствовать здесь, как это будет. Потому что мы даже чуть-чуть поучаствовали.
тоже снимают. Который репертуар подбирает. Я думаю, вы впечатление уже получили. Мы специально с Киева сюда приехали. Мы в Ютубе увидели, специально с Киева приехали. Жена вот любит смотреть. Да, хорошо, отлично. Да. Знаете, я по Ютубу часто показываю. Ой, я не знаю, у меня жена очень любит смотреть, да? Вот это все. Ну, я постарался так немного говорить, чтобы, ну, сохранить атмосферу. Ну и видео будет такое коротенькое. Я уже буду заканчивать этот выпуск. Так что приезжайте в Харьков, в парк Горького. Подписывайтесь на наш канал. Путешествуйте вместе с нами. Я еще вам покажу несколько выпусков про